Пасха – это не куличи и яйца, а прежде всего праздничное богослужение в храме. Множество людей спешат в церковь в пасхальную ночь, чтобы в причастии соединиться с воскресшим Спасителем. О службе, прошедшей в Новом Уренгое, в сюжете наших коллег. Под колокольный звон из храма с пением пасхальной стихиры идет крестный ход. Он является частью пасхального богослужения и символизирует шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. Обойдя вокруг храма, крестный ход останавливается перед его закрытыми дверями, как некогда жены-мироносицы остановились у входа ко гробу Господню. Камень, которым был закрыт вход в погребальную пещеру, оказался отваленным, а гроб – пустым. Раздается первое пасхальное приветствие. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! В храме начинается пасхальное заутрене. Церковный хор поет праздничный канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным, богословом, философом и гимнографом. Между песнями пасхального канона вновь и вновь звучит радостная весть. После заутрени начинается божественная литургия, во время которой читают огласительное слово святителя Иоанна Златоуста. В нем есть слова, которые в полной мере выражают победу Христа над смертью. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низверглся еси». Почти трехчасовое богослужение проходит на одном дыхании. И вот прихожан поздравляет благочинный новоуренгойского благочения протоиерей Олег Нелин. Желаю, чтобы этот день был центром всей нашей жизни, как сказал апостол, если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, и проповедь наша тщетна. Я хочу, чтобы проповедь наша не была тщетной. Я хочу, чтобы и вера наша не была напрасна, но творила в нас место благодати Его, и чтобы этой верой мы укреплялись к добрым делам, чтобы радость Пасхи проникла в каждое сердце каждого христианина, чтобы этой радостью мы постарались поделиться с нашими близкими, родными, те, кто еще стоит на пути к вере христианской, чтобы вера жила в нашем народе, в нашем государстве, и этой верой мы дальше двигались, существовали и добро жили. Пасха для христиан важнее любого праздника и значимее любого события в мировой истории. В этот день каждый человек получил надежду на спасение. Все главные религии мира, кроме четырех, связаны с философскими системами. Что до тех четырех, которые связаны с личностями, то христианство – единственное из них, которое основано на пустой гробнице ее основателя. Воскресение Христово – непоколебимая основа христианской веры. Ну что, будем разговаривать? Давай. Пасха продолжается 7 дней, всю Светлую Седмицу. И нет на земле слов радостнее, чем те, что говорят друг другу люди в эту неделю и последующие 40 дней. Христос воскресе! Воистину воскресе!